Дедушка, у тебя поживу пару дней. За тобой скучает дочурка. Что опять натворил твой кобель? Он весь день говорил комплименты. Просто так мне цветы подарил. Непонятны мне эти моменты. А мне понятны. Налево сходил. Как же так? Нет, не может. Не верю. Он же любит меня. Он не мог. У нас дети. Мы в церкви венчались. Он не помер? Тогда, значит, смог. Я ему заявлю о разводе. Он разрушил все наши мечты. Мужиков очень много свободных. И все ждут прям такую, как ты. Если ты отомстить ему хочешь, я как мама тебе помогу. Ты приедешь ко мне на недельку? А, на полгода приехать могу. Я открою секрет тебе главный. Тот, кто бабы постарше поймет. Прозвучит это, может быть, странно. Лучше пусть изменяет, чем пьет. Женщины не ценят счастья своего. Все выходят замуж, и все не за того. Но если вы считаете всех мужиков козлами... Какая к черту разница, какой пасется с вами? А еще он сказал, что я дура, не умею готовить, стирать, за порядком следить перестала. И вообще он сказал, что я в мать. Что? Прям так и сказал? Отгаднул. Хорошо. Ты дождешься. Мама? Тут надо подумать. Мам. Не мешай, я думаю. Сигарета есть? Может быть, наказать его сексом? 2 недели с ним вместе не спать, чтобы он ревновал, напрягался. Этим ежика не испугать. Отвезти его надо в больницу, пусть немного подлечат козла. Венеролог, уролог, проктолог? Нет, к тому, что возила кота. Запрети ему пиво и баню, телевизор и спиннинг сломать. Ну нельзя же вот так с человеком. С человеком? Не путай, он зять. Я хочу, чтобы он мучился долго. Ничего я ему не прощу, ничего. Ма, ты что, обратишься к бандитам? Да, бандитам. Телефон приватбанка ищу. Может быть, все же лучше к бандитам? Или что-то в еду подмешать? Подмешай ему смекту с пургеном. Чтоб узнал, что такое рожать. Поломай ему ручки и ножки и в штаны напусти ему пчел. Что задумалась, дочь? Что случилось? Поняла, чего папа ушел. Отправили на работы за территорию военной части 4 бойцов и прапора. После окончания работ прапор построил бойцов и считает. 1, 2, 3, 4. Нас было 5. Где 5? И ищем 5. Разойдись. Проходит 10 минут. Опять построение, та же история, команда. Разойдись. Ищем 5. После 3 построения один боец говорит. Товарищ прапорщик, давайте я посчитаю, а вы становитесь в строй. Считает. 1, 2, 3, 4. И показывая на себя. 5. Прапор подходит к этому бойцу, отвешивает ему подзатыльник и говорит. Так, это мы тебя, долбоеба, полчаса искали. Водка, когда ее пьют, ума не добавляет и не забирает. Она проверяет, есть ли он в принципе. Тут карбюратор пизда, походу, перешел. Дай посмотрю. А, ключ давай. Подожди, сейчас. Возьми. Ой, у вас вообще голова работает, я не пойму. Вы домой, блядь, машин перетащили. Вообще ебнутый, что ли? А ты почему ругаешься? Да потому что я замуж за долбоеба вышла, блядь. У меня голова болит от вашей этот бензин. Давайте-ка быстрее забирайте свой Запорожец, пиздуйте отсюда. Ой, я твой голову ебал. А долбоеб, дядя Федор, давай берем машин, толкай, пошли отсюда. Видишь, он орет постоянно, блядь. Давай. О, козлы, блядь, засратые, колеса заберите. Ой, блядь, чё она орёт-то? Она ёбнутая. Ну ладно. А, внимание, поезд Москва-Сочи отправляется в второй пути.
дед Федор, ты простачу важно пиздуй. Алла, повторяю, дед Федор, пизды простачу важно. А подожди, ой, а где пиздюк наш? Он посмотри, он куда съебался, ой. Ой, я простачу важно опять съебаюсь, потому что вы меня заебали. Ладно, давайте мозга не ебите. Ой, какой конфет перекольный, сейчас сожру. Ой, блядь, ой, петух, блядь, а ну отдай сюда конфет, ой! Ой, блядь, ее птичий клюв ебал, блядь, а вы тоже пидорасы, блядь, человека на цай перегласили и даже конфет мне не давали. Хуй вам, а не посылка отдам, кондоны. Добрый день. Здравствуйте, целуйте наши писи. Что? Я не буду целовать ваши писи, вы кто такие вообще? Ох, извините нас, пожалуйста, вы, наверное, еще не в курсе, но по новому распоряжению президента теперь каждый гражданин обязан целовать писи министров. Раз в неделю. Да вы что, совсем там охуели? Уже беспредел. Все, я собираю вещи и сваливаю из страны. Подождите, делать поспешные выводы. Мы понимаем всю нелепость и абсурдность данной ситуации, поэтому первые 2 месяца будем приходить к вам на дом, чтобы вы смогли целовать наши писи, не выходя из дома. А, ну это другое дело. Вы их даже помыли? Само собой, ведь забота о гражданах – это наш долг. Наши врачи трудятся, не покладая рук. Как обстоят дела, доктор Гусняк? У этой лисы серьезная травма головы. Оближи. У этого скунса обнадеживающий перелом лапы. Оближи. А у этого енота вывих члена. Гэри, у тебя вывих члена каждый день на этой неделе. Что тут сказать? Я активный малый. Давай уже облизывай. Зачем ты пришел ко мне, Булат? Чем я могу тебе помочь? Ну, понимаешь, я каждый год езжу с пацанами на охоту. Мы там бухаем. Я за 3 года не подстрелил ни одного гуся. Мне перестать бухать или перестать охотиться? А? Тебе нужно перестать ебать мозги. У тебя столько всего? Ага. Вон та куча лошадей, они все твои? Да. У тебя их так много, подари мне одного, которого не жалко. Собакаши тебе. Спасибо, спасибо тебе. Я вот смотрю и никак не могу увидеть ограду. Она наверняка очень далеко. Это что, вся твоя земля? Вся моя. Просто класс. А ты бы не выделил мне по-братски, ну, немножко земли? Собакаши тебе. Спасибо, спасибо большое. Никогда не забуду. О, смотри, какая там толпа классных индейских тёлок. Может, давай к ним? Это не тёлки, брат. Это всё мои жёны. Нихера себе! Вот это круто! Да ты в раю, брат! И что, ты их всех трахаешь? А? Нет, к сожалению. Почему? Собакаши не стоит.